У нас сразу был вот фрегат, например, и корабли-разведчики. Космофабрика. Колонизаторский корабль, тут пластер. Непонятно, где типа, ракеты. Ну, не показывают, где ракеты. У нас эсминец развился. Противоракетная оборона. А вот эти модификаторы у нас уже был сразу. Нюкс-ракеты вот эти были. Но этот путь вот этот, он ведет, ну, гиперионному двигателю, вот тут обычно ракеты делают. Ну тогда мы меркулиты не будем, например. А сколько вот урона? Надо сначала посмотреть проект. Эсминца, например. А смысл его выпускать? Он должен все производиться, а... Нейтронный бластер. Бластер-то гайки. Конструкция 86 поинтов. А здесь 41. То есть 82. Тут все равно быстрее. Даже 2 фрегата быстрее. Урон 20, а у меркулитов 25. Потому что когда они сделаются, ну, разделяющиеся боеголовка у меркулитов, это не скоро. Ну, то есть 14 туров плюс 27, это 30, там 51 тур. Вот если сразу это полностью путь избавить, а нам надо что-то другое избирать. Чтобы 40 урона, то есть нам что-то не брать. Ну то если бы он писал там 15 урон, ну уже да, уже там, там 25 сразу дают, а тут было бы 30. То меркулит тогда сразу. Изыскатели ждут вашего приказа, госпожа. Модификатор, а тут бонус. Ну, двигатель плюс 20 скорость. Скорость выдвижения 1.5 не особо. Ну, мы потратим меркулиты, но не будет сплита. Боеголов. А вот еще есть военная тактика. Вон. Десантный корабль, ну что мы еще будем захватывать? 27 туров дать пока технологии, а захватить что? В общем, биотехнологии, только ферма, продовольствие плюс один. У нас хорошая планета. Магнетизм. Ну, экран первого класса. Это тоже ну, такой, только из один экран из трех, а остальное не нужно. Слава Прайду! Слава Прайду. То есть эта система рядом находится, мы даже не можем дотянуться. Долго. 8 туров. Ну а зачем эти навыпускали космические фабрики? Они дадут. Это выбор движения. Потом. Вот там база стоит. Корабль. 8 ходов. Океанический богатый. Денджеров. Ну или Денджеров, он еще 5 класс, у кого-то был или океанический стал земным и демом, или сверхбогатым был. Но тут можно сказать, что он тоже или Денджеров, потому что океанический богатый. Тут круто, там, типа океанический это уровень аватара. А есть проще у тебя варианты. Но через секс туров
еще юнит будет, и он улетит. И все так же приблизительно останется. Нам бы, конечно, из свина не прибавить. Он говорит, 3 тура и все. Ну за 10 туров он 20 там. Блин, у нас 15 всего. И ракетную базу надо сделать. Так там неплохо как бы раскрутились. Ну можно было бы лучше, знаете. Может стоит тут какую-то захватить. Размер крупный компетент. Это не так уж и это. А этот тоже большой компетент. Размер большой. Но здесь круче тем, что здесь крупные ресурсы. То есть он лучше будет что-то делать. При меньших затратах и терраформинг проще четвертый класс. А здесь уже не нужно терраформа. Большой, крупный. Мы здесь можем за 2 терраформинга экономически сделать. Ну, когда большая планета, он медленно делает. А вот Нью, нам прям Нью подогнали. А там тоже было 4 планеты. Добравшись до аномалии, ваш флот обнаруживает заполненный золотом 59 кризисом. Ну хорошо. Ну, вот так набьем. Ну скоро, ну, видимо, мы столкнемся с бусом. Может, Альтаир что-то. Как-то можно. Кримус, Альтаир. Короче, эти повелители небес с этими объединились. С кримсами. Подземные кримсы на них работают. Ну, крестюки, по сути, да. Научные. Ну, белый кризис научный, а серый это космомышление. На летчики. Ну или на базах там что-то делаю. Ну, Феррис, ну пока не наш, а как наш станет, так уже не Феррис. Келлис. А что мы тут ждем? А, биосфера, 8 туров. Ну что-то не появляется этот развитие. Лазер пошел. Ну выскочит, значит. Да навряд ли, скорее всего, чтобы мы его... Система Мандалориан. Иксион какой-то. Да, Иксион. Прям так. Пошел. Ну какой-то он, может, из Лупикова, может, и нет. Подсейвим. Тен. По населению 800 лярдов. Ну, колонизаторские корабли 7 туров на счет. А вот этот сплит Ньюксов. Что-то мы раньше не такого не видели. Ну, вроде не было сплита. Если мы их сразу делали. Ну, или просто мы не обращали внимания. Ну, двигатель-то у нас был. Или просто мы меняли на Меркурий-то раньше, чем сплит. Так не выход там 20.